что, товарищ, нарушаем. Под красный проехал. Вот. Пацаны, сейчас один звонок сделаю, по-любому отпустят. Номера нормальные? Если так, все, братан, можешь езжать. Доброго пути. Ну что, братишка, нарушил? Нарушаем, так нельзя ездить. Все, братан, сейчас я один звонок сделаю, по-любому меня отпустите. По-любому, хотите этого? Ну все, все, езжай, мы тебя прощаем. Езжай, езжай. Ну что, нарушаем, товарищ? Командир, один звонок по-любому же отпустишь. Ой, мозги не горят. Аркпай, толкпай, нарушаем, товарищ. И чё, охренел, что ли? Я что ли? Нет, не смей меня перебивать, когда я с тобой разговариваю. Понял, да? Я тебе... И заткнись, я тебе сказал. Ты кто такой, чтоб перечить мне? Эй, завтра, чтоб ко мне домой подошел и извинился, как положено, понял? За что, ё-моё? Ну все, короче, у меня времени нету, здесь гаишники еще остановили меня. Давай, перезвоню. Нарушаем, товарищ. Красный проехали, ты понял? Ассаламу алейкум, начальник. Алейкум салам. Давай, выходи с машины. Может, договоримся? Нет, никакой договоренности нет, давай, выходи. Нет, Васикей, вот, поливай. А пожелай ты мне пуха, не пера.